Когда-то отец сказал мне: любая дорога начинается с первого шага. Чтобы добиться результата, нужно преодолеть свои страхи и сомнения, переборов все невзгоды на пути, неуклонно идти к своей цели. Каждый день открывай в себе и в других что-то новое. Отдавай себя целиком, будь сосредоточен. Никогда не сдавайся, и ты своего добьешься. Еще отец говорил, что мужчина должен уметь все. А если чего-то не знаешь, не бойся попросить помощи. Твое упорство и усердие приведут тебя к новым рубежам, откроют новые горизонты. Ведь у каждого из нас свой путь, свои победы и поражения, свои мечты и надежды, которые освещают нашу жизнь, наполняют ее силой и мощью. Однажды я скажу своему сыну: найди свою дорогу, сделай первый шаг. Феникс, мы открываем новые дороги.